Слышите? А я сегодня на экскурсии не по городу с утра, а по одному из загородных южнобережных имений Романовых, Харакс, которое было построено Николаем Петровичем Красновым, как он сам говорил, в шотландском современном вкусе из серого мраморовидного известняка, мозаичной кладки с английской черепицей. Обожаю это место. Прекрасные запахи, можжевеловая роща уникальная. Потрясающий пример, когда архитектору удалось из каменистой пустыни создать такой чудный парк. Регулярный возле дворца и ландшафтный, ближе к морю, и сохранить можжевеловую рощу, все старые дубы. Вот, посмотрите на этот фасад. При проектировании этого здания Николай Петрович Краснов, конечно, подошел к эпохе позднего модерна, который отличается своим рационализмом, изяществом и геометрией. Обойдя с разных сторон это здание, можно оценить его художественное начало. Хотя все это здание оформлено в одном стиле.